ответить. Какие существуют такие основные глобальные проблемы того, что женщина не может выйти замуж? Их на самом деле очень большое количество, их даже не десятки, а, наверное, около 50. Это связано с многими факторами. Такие самые интересные я рассмотрел в своем семинаре, который называется «Магия любви. Быстрое замужество». Сегодня я хочу сказать, как бы такие, дать такие рекомендации простые. Ну, естественно, объяснить, почему мужчинами начинает женщина знакомиться, и после этого, или после чего она перестает с ними общаться. Очень часто женщины, они, допустим, рассчитывают на то, что они будут нравиться или будут стараться встречаться с богатыми мужчинами. Особенность богатого человека заключается в том, что обычно, как и все люди, встречают женщину, которая соответствует его уровню. То есть, допустим, это выглядит так. Мужчина смог заработать деньги, после чего он сам одевается хорошо, его жизнь связана с тем, что он много работает, скорее всего, позволяет себе приходить в рестораны или позволяет себе где-либо с кем-либо общаться. И после этого у него происходит встреча с женщиной, и он начинает ее рассматривать. Как это все происходит? Он начинает смотреть на волосы, а волосы не ухожены. Начинает смотреть на ногти, а ногти не ухожены. Начинает смотреть на одежду, а одежда недорогая. Начинает смотреть на сумку, сумка недорогая. Смотреть на зубы, зубы там не очень хорошего качества. И после этого, начиная общаться с женщиной, понимает, что у нее с ней разговаривать не о чем. Ее все идеи, которые у нее есть, возможно, связаны с ее жизнью, и они не совпадают с вибрациями с ним. И после чего могут происходить вот такие вот расставания. Тут же сразу же такой вопрос. Ну неужели девушки, которые там не имеют возможности это все покупать, неужели у них нет возможности в дальнейшем выйти замуж за богатых мужчин? Есть. И вот что с этим сделать, я тоже дальше сейчас постараюсь это рассказать. Все-таки вернемся к этой теме. Женщина фактически очень много ошибок совершает в тот момент, когда она хочет выйти замуж. Один из ключевых элементов, женщины не воспринимают некоторых моментов. Один из ключевых моментов заключается в том, что женщины не понимают, что мужчины очень практичны. В целом мужчина — это практичное существо. Я, наверное, открою для некоторых женщин секрет. Он заключается вот в чем. Женщина может влюбиться. Она может после интимной близости с мужчиной пойти за ним на край света, после этого положить себя на алтарь, даже мужчине, у которого там нет денег. Главное, как говорила одна моя знакомая, чтобы у него глаза блестели. А глаза могут блестеть даже у человека, который болеет шизофренией или невротическими расстройствами. И часто женщины просто не понимают, что мужчины совершенно по-другому воспринимают их. Каким образом они воспринимают? Ну, первый элемент звучит так. Мужчина воспринимает женщину как некий товар. Я говорю это серьезно. Как некий товар. Не напрасно. Пусть это звучит гадко и очень некрасиво, но я попробую все-таки эту тему дальше развить. Когда мужчина рассматривает женщину, то она для него некий товар, который можно, вот смотрите, мужчина покупает автомобиль, и когда смотрит на него, он понимает, что его нужно заправлять, и начинает думать, есть ли у него деньги на заправку, есть ли деньги поменять резину, где он ее будет ставить и так далее. И начинает выбирать, то есть он говорит, да, Мерседес мне не подходит, мне подходит более простой класс автомобиля, и начинает рассматривать более простой класс автомобиля. Также и с женщиной. Что является основным критерием продажи женщины? Основным критерием продажи женщины, как бы, для самой женщины или для, в глазах мужчины, является ее восприятие себя. То есть, что для женщины считается важным или главным в себе. Женщина должна в какой-то момент просто сама для себя расставить приоритеты свои и сказать, чем она может быть практично нужна мужчине, с которым она собирается жить. То есть это жизнь,
которая поможет этому человеку сделать что? Видеть красоту волос, или видеть красоту глаз, или видеть общую красоту. Или она может этому человеку помогать в чем-то, или быть доброй, или в чем ее качество, где ее преимущество, в чем ее уникальная особенность или способность. В случае, если женщина просыпается и начинает говорить там, я недостаточно полная, я недостаточно худая, я недостаточно молодая, я очень взрослая, там, ну, о чем мне еще разговаривать, там, главная моя задача — это дети. Ну и после этого смотришь на такого человека и начинаешь понимать, может ли женщина ответить сама на вопрос, который звучит так: для чего она нужна мужчине, с которым она собирается жить? Вот в тот момент, когда женщина может четко ответить, в чем ее преимущество или что является ее товаром, в этот момент она сможет найти мужчину для себя. То есть преподносить в момент знакомства мужчине необходимо самые лучшие свои качества или самые лучшие свои стороны. Вы представляете? Именно поэтому в случае, если женщина преподносит самые лучшие свои стороны, это является, ну вот, одним из элементов успеха. Не знаю, вы поняли то, что я сказал, или нет. Далее. Очень часто женщины...